Вставай, доброе утро. А? Да, доброе утро, Лера. Подъем. Ты такая красивая. Да, 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 да. Ты самый красивый адвокат, которого видел в своей жизни. А ты самый медлительный прокурор, которого я знаю. Спасибо. Ручку. Да. Но, кстати, мне кажется, уже пора перевозить мои вещи к тебе. А мне кажется, не пора. Почему? Потому что я слишком уважаю свое личное пространство и твое тоже. Ну, хорошо, поговорим об этом попозже. Хорошо. Вставай! Ну, что ты ворчишь? Я уже встал давно. Пора уже все-таки переезжать к тебе. 2 года уже встречаемся. Может, другую рубашку надеть? А? Слава, ты меня в любой рубашке устраиваешь. Это тоже хорошее. Лерочка, дорогая, а что за нудные звуки с утра? Так громко. Это классика. Да, классика с утра, это серьезная. А я вообще серьезная женщина. А можно потише? Чуть-чуть потише. Ну, я так настраиваюсь. Я прошу тебя, пожалуйста. Спасибо. Доволен? Да. А что у меня вилка? Можно ложку? Прости. Я вообще об этом не думаю. Держи. Спасибо. У меня просто сегодня серьезный процесс. Да? А кто с кем воюет? Муж мерзавец. Издевается над своей женой, требует отчета за каждую копейку, а сам тратит ее деньги налево-направо, ну и гуляет. Ну, в общем, жена требует развод с компенсацией. А он дает только развод без отступных. Ну, в общем, человек без закона и совести. А я ему должна доказать, что есть и то, и другое. А мне нравится, когда ты говоришь о законе, о совести. Фемида ты моя. Да нет, ты круче, чем Фемида. У тебя глаза горят, а у него завязаны. Что? Проехали. Красивая ты. А что у тебя сегодня? Да у меня сегодня лайт-вариант. Я быстро закончу и заеду за тобой в офис. Сходим куда-нибудь. Я надеюсь, что будет повод отметить твою победу. Да, надеюсь. Лера. Ну что, ты ешь давай? Не хочу. Сегодня бой. Тебе нужны силы. Давай. Ну-ка. Оп. Молодец. Давай, за маму. Давай, 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 давай. Без разговоров, давай. Вот, хорошо. Ну что там? Да все одно и то же. Что? Ну, я не могу провернуть, все. Ну, все, позволь это сделать. Мне можно? Давно пора уже замок заменить. Это лишнее. Я всегда буду с тобой, поэтому открывать и закрывать двери. Это моя обязанность. Все просто. Прошу. Хоп. Да. О. Ой, здравствуйте. 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 Может, сам пойдешь ножками? Давай пройдем. Валерия, какой прелестный детеныш. Смотри. Скажи привет. Привет, карапуз. Красивая тетя. Ну смотри, какой нравится прекрасный малыш. Тетя. Слава, мы опаздываем. Ага. Скажи пока-пока. До свидания. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока. Ой, я дома папа ждет. А что ты не поддержала разговор? Не проявила свою красноречие? Что такое? Не моя аудитория. И лексикон не мой. Тебе тоже, кстати, не идет, когда ты сюсюкаешь, м? И вообще, дети, в принципе, это не мое. Неприятно слышать? Нет, ну что ты, почему сразу неприятно? Мне наоборот нравится, что ты не похожа на обычных наседок. Я очень рада. Пойдем. Ну, пойдем. Встал на места.
для инвалидов. Ну и что, зато мы успели, а ты волновался. Надо просто немножко доверять мне. Став, ты знаешь, я не люблю опаздывать. Да, еще Фемида моя ненаглядная. Хотел тебя попросить в очередной раз, пожалуйста, будь снисходительным человеческим недостатком. Муж твой подзащитный. Юлин, да? Угу. Но может, не такой подлец, каким тебе кажется. Я привыкла в своей работе доверять только фактам. Слава, надеюсь, ты меня понимаешь. А факты говорят против него. Ну хорошо, удачи тебе. Угу. Я боюсь его, он страшный человек. Может, лучше отказаться от акции от дома. Главное, от него освободиться. Вы знаете, я готова сама заплатить. Только бы закончился этот кошмар. Он вам угрожал? Да. Вы записали разговор? Нет. Ну, я же говорила, все записывать. Понимаете, что цель этих угроз – повлиять на исход процесса. Запугать вас и отказаться от законных требований. Вы уверены, что у нас все получится? Я убеждена. Возьмите себя в руки. Так лучше? Гораздо. Вы большая молодец, что согласились на этот процесс. Остальное предоставьте мне. Главное, между прочим, у вас нет ни одного шанса. Зря ты это затеяла. Послушайте, перестаньте давить на мою клиентку. Давить? Посмотрим. Таким образом, Ваша честь, наша защита полагает, что требуемые компенсации истца к моему подзащитному непомерно велики. Мой клиент являлся и является хорошим, добропорядочным мужем. У меня, собственно, все. Ваша честь, я прошу слова. Пожалуйста. Все в порядке? Да. Я хотел бы дополнить портрет идеального мужа, который изобразил мой коллега. Итак, в моих руках заключение из травмопунктов, свидетельствующее о побоях моей клиентки. А это весьма недвусмысленные фотографии, которые я хочу предоставить суду на рассмотрение. Стерва, откуда она все это взяла? Пожалуйста. Как вы видите, ответчик предпочитал проводить свое время не в кругу семьи. И это при всем том, что именно родители Натальи Юлиной 15 лет назад приняли в свою компанию приехавшего из солнечного Сургута будущего заботливого мужа. Компания перешла к Юлину только лишь потому, что он являлся мужем их дочери. Отмечу также, что компания была переоформлена при весьма неоднозначных обстоятельствах, которые сейчас пересматриваются. Не исключено, что вскоре против него будет возбуждено дело о мошенничестве. Спасибо, у меня все. Они даже этого не ожидали. Прошу всех встать для оглашения приговора. Именем Российской Федерации суд Тимирязевского района города Москвы, рассмотрев иск Юлиной Натальи Алексеевны, постановил удовлетворить требования истицы в полном объеме. Я тебе для чего деньги плачу? Чтоб ты мне все профукал? Делай все, что хочешь, подавай жалобу, апелляцию, слышишь? Ваша честь, пользуясь законным правом, мы ходатайствуем о подаче апелляции. Ваше право. У них нет шансов. Пойдемте отсюда. Мой муж, он страшно мстительный, он не терпит поражений. Это сугубо его личные проблемы. А закон для всех един. Зато вы теперь будете спокойно жить. Послушайте меня, защитница обиженных. Умерьте свой пыл, когда будет пересматриваться дело. Тем более, со мной не стоит ввязываться в драку. Если вам близка такая аналогия, то я вам напомню, что после драки кулаками не машет. Приятного вам дня. Игорь Петрович, ну как все прошло? Плохо. А что так? Мне тебя рекомендовали как опытного лежалу. Угу. А ты не смог даже собственную бабу приручить. Я не понимаю, о чем вы? Я только что проиграл дело по вине Валерии Бариновой. Я так понимаю, на тебе совсем не посторонний человек, правда? Да. Так вот,
Я хочу, чтобы все было по-моему. А как же... Услуги мы тебе щедро оплатим. Ну, вот теперь я понимаю. Я на тебя очень рассчитываю. А то с людьми разные бывает. Я все сделаю, Игорь Петрович. Простите, но это не мои вещи. Мои где? Мы можем поискать. Подождешь? Годик-другой. Подождите, это не мой мобильный. Бери, какой есть. Береша! Ну, передавай привет там на воле. Ага. Так, ну что у вас тут? Да вот, автомат вырубился. Так, давай попробуй перебрать автомат, хорошо? Ага. Ну, посмотри, ты ж тут у нас электрик-то. Да. О, да. Лёха, здорово, это Миша. Узнал? Мишка, здорово! Ну, поздравь меня, я уже 15 минут как свободный человек. Я тебя поздравляю, что сейчас собираешься делать? Заберу Маргошу, буду растить. На работу надо устраиваться. Так, Миша, смотри. Я сейчас замначальника ЖЭСа. Вот, после того, как тебя посадили, мне пришлось уйти со старой работы. Вот, так что помогу, чем смогу. Лёха, спасибо тебе, слушай. Мишка, друзья проверяются в беде. Так что не бойся, прорвемся. Спасибо, Лёха. Ну давай, дружище. Спасибо, дружище. Давай. Добрый день, Валентин Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуй, Костя. Здравствуйте. Уважаемая Валерия Павловна, разрешите поздравить вас с блистательным окончанием этого непростого дела. И думаю, будет правильным, если мы предоставим вам недельный отпуск. Как считаете, коллеги? Безусловно. Заслуживаю. Павел Николаевич, какой отпуск? У меня еще целое дело. Какое дело? Дело Игнатовича. Да какого Игнатовича? Документы. Простите, ребят, можно попросить небольшой перерывчик? Да, конечно. Спасибо. Пап. Ну какого Игнатовича? Ну давай поговорим о тебе. Ну а что обо мне говорить? У меня все в порядке. Лерочка, ну что в порядке? Ты посмотри на себя, на тебе лица нет. Ты же бледная, ты же не высыпаешься. Я бледная? Бледная. И не высыпаешься. Ну можно... На неделю уехать куда-нибудь, развлечься, отдохнуть. Можно на несколько дней позабыть эти ходатайства, суды. Тебе не нравится моя работа? Ну о чем ты говоришь, Лерочка? Ты лучший специалист у нас в агентстве. Вот и все. Я горжусь, что ты высококлассный юрист. Угу. Ну послушай, ну ты же не только адвокат. Посмотри, ты же красивая, молодая женщина. Ну и что? Ну а красивая молодая женщина должна думать о будущем. Своей семьи, дома, детей. Начинается. Мужа. Пап, ну я не хочу быть как все. Я не хочу думать о борщах и пеленках. А я хочу. Я уже не молод. Я имею право увидеть своих собственных внуков. А ты, моя единственная дочь, связь улавливаешь? Раз тебя это интересует,
Вячеслав обещался меня сегодня выгулить. Вот, Вячеслав. Он мне тоже звонил. Сказал, как освободиться в прокуратуре. Приедет домой, предложил партию в шахматы. Знает мою слабость к этой игре. Вот, Вячеслав, твой просто незаменим. Но ему все равно придется подождать, пока я не закончу с делом. Ну, Лер, ну какие дела? Ну какие дела? Ну нельзя же так жить, Лерочка. Ну, опять планировать, контролировать. Нельзя же так жить. Ведь жизнь же намного интересней. Ну, ты даже не представляешь, с кем ты можешь столкнуться. Как может круто все измениться в твоей жизни. Вся в мать. Прости, что так вышло. Прости. Ладно, пойдемте, тетя Тома. Дождалась, Маша, не дождалась. Все дни считала, когда ты выйдешь. Надеялась? Да, свалилась на нее, конечно. Ну, конечно. Сердце слабое, да еще суд этот. Да твоя бывшая номера выкидывала. Сбежала вертихвостка, дитё бросила. Плевать, Элька, на дочку-то. До сих пор не объявилась. А мама твоя, царствие небесное, только ради внучки жила. Из-за Маргоши держалась. Да, видно, Бог сил не дал. Да и Маргошке досталось. Не приведи, Господи. Ну, ничего. Квартиру мама тебе оставила. Доченьку заберешь. И будете жить. А я буду помогать соседке все-таки. Спасибо вам, тетя Тома. Спасибо. А когда думаешь доченьку забирать-то? Да прямо сейчас и заберу. Она же мне единственный родной человек осталась. Ради нее жить буду. Да, да, да. Дорогой Дедушка Мороз, сделай так, чтобы в новом году папа забрал меня из этого проклятого детского дома. Дедушка Мороз, ну пожалуйста, потому что здесь так плохо. Я прошу тебя. Так, Доценко, а ты что здесь делаешь? Все уже давно на прогулку пошли. Тебе что, особое приглашение надо? Я... Быстренько марш на улицу. Бегом! Да-да, Тамара Петровна, уже иду. Папа! Кто там? Кто там? Папа, это мы. Я за справочником, на секундочку. Павел Николаевич, здрасте. А, Вячеслав. Рад видеть, рад видеть. Взаимно. Давно чтоб не звонил, не заходил. Павел Николаевич, ну... Вот, кстати, тогда позвонил, пообещал. Я уже расставил шахматы, а тебя не было. А мы сейчас сыграем? Прошу прощения, дела. Да заканчивай ты своей этой госслужбой. Как? Ну как? Переходи ко мне в агентство. Мне такие, как ты, нужны. Толковый, грамотный специалист. Давно за тобой наблюдаю. Ну и с Лерочкой будешь поближе. А потом, в твоем возрасте мужчина должен иметь свое собственное дело. Ну и в шахматишки почаще будем играть. Сколько вы с Лерой знакомы-то? 2 года. Ну, это срок. Это срок. Ну что, договорились? А вот и она, красавица. Ну? Вчера, представляешь, блестяще выиграла процесс Юрина. Пап, ну... Ну а что, горжусь? Есть чем гордиться. Умница, красавица. Хорошо смотритесь, ребята. Но не дать не взять
жених и невеста. Пап, мы поехали. Хорошего вечера. Спасибо. Да. Ну что, мы договорились? Да, конечно. Пойдем, пойдем. Та-дай, парадай, парадай. Так вот, понимаете, я недавно освободился и очень хотел бы забрать дочь. Михаил Юрьевич, давайте поговорим с вами откровенно. Вы недавно освободились, наверняка еще не нашли работу. Но это временно. И мне друг обещал помочь. Что вы можете дать девочке? Вот кто с ней будет сидеть, скажите мне. И вряд ли у вас хватит денег на няню. Или отправить ее на пятидневку? Да нет, конечно. Марго будет ходить в детский сад. Вечерами со мной. Да и соседка в конце концов посмотрит. Ну вот видите, выходит, что опять чужие люди. А где вообще ее мать? Честно говоря, я не знаю, где моя бывшая жена. Мне сказали, что у нее новая семья, и она уехала за границу. Угу. Не знаете. Понятно. Вот видите, помогите мне цветочек снять. Да, ну какая разница, есть же я. Вы? Да вы, Михаил, не способны спрогнозировать свою жизнь даже на ближайший месяц вперед. Ну? И в этой ситуации забирать девочку с вашей стороны – это просто крайне безответственно. А с моей стороны – это просто преступно. Подождите, как преступно? Да как же преступно? Она же моя дочка. Послушайте, присядьте. Вы понимаете, что этот несчастный ребенок и так натерпелся. Отец в тюрьме, мать бросила, бабушка умерла. Маргарита чудесная девочка, и она заслуживает хорошей, счастливой жизни в полноценной семье. У меня на днях была чудесная семейная пара, и ему очень понравилась Маргарита. Подождите, вы что, какая пара? Я же ее отец. Я здесь, я хочу ее забрать, я же люблю ее, что вы делаете? Раз любите, значит, желаете ей добра. Не тревожьте девочку. К тому же она вас, наверное, совсем не помнит. Вы лучше подумайте о ее будущем. Нет, я так не могу. Я не могу ее бросить. Послушайте, Михаил Юрьевич, но по сути, вы уже ее бросили. Ступайте. Да как же так? Да что ж вы... Ступайте, Михаил. У меня, правда, сегодня еще очень много дел. Ясно. И справочку заберите. Всего доброго. Все, я с тобой. Папа, забери меня отсюда, пожалуйста. Хорошенько, иди ко мне, девочка моя. Папа, быстрее, бежим. Ну давай же, скорее. Побежали, побежали скорее. Марина Игоревна, Марго убежала. Давай сюда, давай. Стой, стой, стой. Подожди, подожди. Маргош, подожди. Что мы с тобой наделали? Ты меня забыл.
забрал оттуда. Я так рада. Мне там было так плохо. Нет, нет, девочка моя, нет. Мы с тобой сбежали. Ой, нас теперь искать будут. Ай. Не отдавай меня снова, пожалуйста. Тише, тише. Не отдавай меня. Конечно, не отдам. Ладно, пойдем. Что-то придумаем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты удивительная женщина. Вот все тебе надо контролировать. Прямо все. Угу. Абсолютно. Да? Да. Что такое? Расслабься, расслабься. Я расслаблена. Я же партнер твой. Я веду тебя. Видишь, вот смотри. Хоп, хоп, хоп. Видишь? Оп. Дай мне позаботиться о тебе. Что? Я привыкла о себе заботиться сама. Да ты что? И очень трудно изменить своим привычкам. А, вот как раз об изменении твоих привычек я хочу поговорить. М? Так, иди сюда. Ты знаешь, я долго думал и понял, что мы должны жить вместе. Да? Да. Слава, мы уже говорили об этом. Ну а что, мы красивая пара. Мы хорошо смотримся. Нам все завидуют. На нас все смотрят. Они завидуют. Посмотри. Завидуют. Да. Мы профи каких поискать. Конечно, по разные стороны баррикад. Но это же хорошо. Да? Да, мы не соскучимся. Если что, договоримся. Правда? Как тебе идея? Хорошая? Очень заманчиво звучит. Я подумаю над твоим предложением. А что тут думать-то? Это единственное верное решение. Давай обмоем эту идею. Давай. С удовольствием. Побежали, побежали. Оп, прошу. Ты сумасшедший. Ты знаешь, Лера, вот твоя несговорчивость, я тебе скажу, она иногда тебе мешает. Да? Да, вот взять сегодняшнее, например, заседание. А что сегодняшнее заседание? Ты молодец, и я восхищаюсь твоими принципами. Но дело выиграно. Можно ослабить хватку. Дать второй стороне шанс на апелляцию. Да? Левочка, ты же понимаешь, Юлин, он же не монстр. У него своя правда. В жизни нет однозначно белого или однозначно черного. Она состоит из компромиссов. И потом зачем? Себе наживать врагов. Согласна? У Юлина нет своей правды. И в этом деле не может быть компромиссов. Черное – это черное, а белое – это белое. Я удивлена, что ты не замечаешь очевидных вещей. Откуда ты знаешь про апелляцию? Я тебе ничего не говорила. Ну, отец сказал. А-а-а. Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо. Попробуй здесь. Замечательная кухня. Я не голодна. Вкусно. Угу. Бедный ребенок. Тебя что, там не кормили? Тетя Том, это я. Так, как и тебя, не кормили. Ну вот, тетя Том, вот, собственно, и все, что у мамы нашел. Ну, она ж выросла из этого, все. Это и мало все. Ой. Что ты натворил? Это ж похищение. Да, какое-то похищение? Я родную дочь из детдома забрал. Ну да, так все спонтанно получилось. Имею право, в конце концов. Тебе ж на работу надо устраиваться. Да. Деньги нужны. У твоей покойной мамы на сберкнижке были деньги. Как теперь снять-то? Да, да. Ну, у меня есть немножко, я дам. Что? Ну, ты ж знаешь, нет, у меня пенсия, нет, кошки, нет, на слезы. Нет, нет, нет. Об этом не может быть и речи. Вы что? Вы нас и так вон выручаете как? Кто это? Полиция.
Марго. Добрый вечер. Добрый вечер. Капитан полиции Скобляков. Гражданка, узнаете данного гражданина? Конечно, это Миша, сын моей соседки, покойной Маши. Да он очень хороший парень, только в жизни ему не повезло. И с женой не повезло. Такая, прости господи, попалась, что просто... Гражданка, когда последний раз видели? Ну как же, сегодня и видела. На могилку ездили к маме его. Это хорошо. А дальше куда отправился? Я не знаю. Мы вышли с кладбища, распрощались и все. Так может, он дома? Квартира вон напротив. Да звонил я, звонил. Нету там никого, не открывает. Так вот, по-соседски зашел, думал, знаете, может, что-нибудь. Значит так, гражданка, настоятельно прошу вас, свяжитесь со мной, как увидите. Я обязательно позвоню. А что случилось? Да что случилось? Неугомонный, не успел выйти из тюрьмы, обратно захотелось. Он ребенка похитил из детдома. Что вы говорите? Не может быть. Может, гражданка, может. А что ему за это будет? По головке точно не погладят. Назад. В тюрьму. А ребенка в детдом. Всего вам. Вы где? Они уехали, да? Уехали, уехали, моя хорошая. Что делать-то будем? Тетя Том, я не хочу обратно. Не знаю, тетя Том, что делать. Но оставаться здесь у вас точно нельзя. Все. Так, так, так. Паспорт. И паспорт тоже не получу. Приду справку менять. Тут меня подбило рученьки в КПЗ. А Маргошу... Тише, 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 моя хорошая, тише. Все, спокойно, спокойно. Все будет хорошо, все. Так, что делать, что делать, что делать? О, пойду Леше звонить, он помочь обещал. О, Господи. За что это тебе все? А может, все образуется? А мы сразу будем елку наряжать? Нет. Слава, езжай домой. Лер, ну что, даже чаем не угостишь? Саду не получится. Здравствуйте. 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 Иди сюда. Я себя плохо чувствую. Ну чего? Ну что? Ну что это? Это все из-за Юлина, что ли? Ну это же нелепо. Тебе надо пересмотреть свои отношения. Говорю же, я хочу спать. Ну что ж, иди отдыхай. Конечно. Надеюсь, что завтра твое настроение изменится к лучшему. Ты не обижайся, Слав. Пожалуйста. Спокойной ночи. Давай. Добрый вечер, Игорь Петрович. Ну, чего звонил? Я в вашем деле помочь не смогу. Это как понимать? Мне тебя не так рекомендовали. Да как ты вопрос решаешь, если собственную бабенку присмирить не можешь? Какой же ты после этого решала? И мужик. Я сделал все, что смог. Разговор закончен. Аркаша! Подожди, подожди секунду. Ай. Да, что такое? Меня этот хренов прокурор очень разочаровал. Действуй по плану Б. Понял? Да. Милый, ну пошли. Подожди. Только нажми на нее пока. А с женой я сам разберусь. Хорошо, понял. Чего ты? Ну, пойдем. Пойдем, давай, потанцуем. Давай. Хватит. Хорошо. Иди сюда. Помоги. Дочь, тепло тебе? Ага. Осторожней, лосяры.
папа, чего это? Ай, не обращай внимания. Ну что она там? Скоро? Погоди, сейчас выйдем. Извините, пожалуйста, простите. А вы не подскажете, где здесь Джесс? Ой, честно говоря, даже не знаю. Извините. Да, жаль, извините. О, пойдем там посмотрим. О, ничего себе, точилка! Дай-ка примерить. Опа! Слышь, ты. Тебя ж по-хорошему просили. Что все это значит? Это значит, не рыпайся. Пап, а мы сегодня погуляем? Я сейчас буду кричать. Не вздумай. Подожди, Маргоша, стой здесь, стой здесь, никуда не уходи! Это последнее предупреждение. Прикуси язык, стерва. Еще! Прекратите сейчас! Я полицию вызову сейчас! Вали его! Господи, боже мой! Папа! Нам нужно было сделать, отпустите его! Слышь ты, я надеюсь, ты поняла. Будь позговорчивей. Привет тебе от Юрина. Уходим. Ага. Марго! Папочка, у тебя кровь. Папочка. Ну, тише. Пап, тебе очень больно. Как вы скажете? Да все хорошо. Возьмите, пожалуйста. О, спасибо. Я верну. Если бы не вы, спасибо вам большое, правда. Да, ну за что ж ты? Я сейчас полицию вызову. Не-не, не надо полицию. Вы все расскажете. Полицию не надо, вы что? Да и вообще, я на собеседование не иду, я опаздываю, не надо полицию. Может быть, собеседование? Папа, я так испугалась, папочка. Слушайте, ну а вряд ли в таком виде примут на работу. Дай бог с ним. У вас порван воротник. Я живу в этом доме, пойдемте ко мне, и вы приведете в порядок. Пойдемте, пойдемте, ну нечего что, думать. Пойдем. Конечно, пойдем. Ой, подождите, сумку заберу. Испугалась, да? Да, очень. Все будет хорошо. Пап, пойдем. Что, испугалась, да? Угу. А вы как, все в порядке? Да, все в порядке. Девочка моя. Заходи. А почему ты одна? У тебя нет друзей? У меня друг только папа. Вот черт, ну как... Марго! Дочь! Папа, смотри, какая красивая рыбка! Что ты тут делаешь? Ну не лезь, не лезь. Ну мы ж не дома. Вот. Иди сюда, иди. Я думаю, что это вам должно подойти. И вы не волнуйтесь, она абсолютно да ну новая. Берите. Да ну что вы, зачем? Дайте мне иголку, нитку. Да я перестаньте. Быстро... Отличная рубашка. Мне кажется, в ней вас скорее примут на работу. Да не удобно. Папочка, бери рубашку. Да. Ну ладно. Спасибо вам большое. А где я? А, вот пройдите сюда, в эту комнату. Да, я быстро, я быстро. Ух ты! Девочка, да не трогай там ничего, а то можешь разбить. Марго, что ты опять там? Да я... А куда вы звоните? Вы в полицию, что ли, звоните? Да не волнуйтесь, я не звоню в полицию, я звоню отцу. А, ну ладно. Нравится рыбка? А почему она одна? Ну, потому что ей так удобно. А ей не бывает скучно? Нет, ей не бывает скучно. Ну, а как ее зовут? Ее никак не зовут. А давайте ее назовем Фрося. Фрося? Прекрасное имя для рыбки. Маргош, иди сюда. Спасибо. Вам правда к лицу. Папа, ты такой красивый. Да? Ну, что, мы пойдем, наверное, да? Угу. Спасибо вам и большое. Ну что вы, то вам спасибо. Если бы не вы, страшно представить, что было бы со мной. Да ну что вы, перестаньте. Я забегу на днях, вам отдам рубашку. Что вы, оставьте себе.
А вам правда идет? Правда? Не-не-не, это не обсуждается. Я забегу. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Идем. До свидания. До свидания. Алло. Алло, девочка, здравствуй. Да, папа, я тебе звонила. Звонила, да. Через сколько ты будешь в офисе? Ну, минут через 10. А что-то случилось? Случилось, это не телефонный разговор. Я тебе потом расскажу при встрече. Да я ничего не хочу понимать! Я одного не понимаю. Лера, почему ты там на месте сразу не вызвала полицию? Да потому что я знаю, чьих рук это дело. Это Юлин. Юлин! Самое лучшее вызвать твоего сотрудника. Как его? Вызову Лисичкина. Да. Пусть соберет всю информацию, и вопрос об апелляции отпадет сам собой после этого нападения. Но я его так просто не оставлю. Я не то, что до Лисичкина. Я до министра дойду. Папа, успокойся. Я ему устрою веселую жизнь. Я прошу тебя, успокойся. Я цела и невредима. Тем более с нашей работой всякое бывает, сам знаешь. Да, бывает. Да, бывает, Лерочка. Но ты не представляешь, что чувствует отец, когда его ребенок находится в опасности. Вот мама, если бы она была жива, она бы поняла. Подожди. А где был Вячеслав? Он уехал вчера вечером. Как уехал? Куда уехал? Вы же... Ты, прости, может, я лезу не в свое дело, но если бы вчера Вячеслав был рядом с тобой, то никакого бы нападения не произошло. Но оно произошло, и виноват в этом Юлин, которого надо наказать. Я вызываю Лисичкина. Ты сама им расскажешь подробности. Ой, пап, расскажу. Это все твой участок. Ну, ясно. Хорошо. Вот, ну, извини. Чем мог, тем помог. Так. Да ну, Леша. И на этом спасибо. Осторожно, ступеньки. Ага. Пап, смотри, я выше тебя. Маргош, не балуйся, иди сюда. Тут осторожно, голову. Давай аккуратненько. Да, ну вот, Мишка, я тебе хотел вакансию получше подыскать, чем дворник, но ты сам сказал, что... Да. Что срочно и жилье надо. Я понимаю, конечно, условия-то не ахти, но я ж не знал, что ты с ребенком-то придешь. Да нет, Леш, все хорошо, ну что ты, нормально. Я кое-что здесь почищу, подремонтирую. Обживемся как-нибудь, не беда. Только... Только что? Слушай, Леш, у меня к тебе просьба будет. Ты мне не мог бы заплатить немножко пораньше. Авансом, понимаешь, мне кое-что купить надо. Плитку, чайник, Да-да-да, заплачу. Спасибо, друг. Ну что, с новосельем? Спасибо, дружище, спасибо. Давай, все, побежал я. Пока-пока. Пап, а мы теперь здесь жить будем? Да, доча. Теперь это наш дом. Давай, что ли, порядок наводить? Давай. Красивый букет. Значит, вчерашний маленький инцидент можно считать исчерпанным? Маленький инцидент? Ну, небольшой же. А ты знаешь, что Юлин подослал двух отморозков, чтобы надавить на меня? Их спугнули. Но отец займется этим делом. Так. А почему ты мне ничего не сказала, не позвонила? Почему я сейчас только об этом узнаю? Потому что все обошлось. Но если со мной что-нибудь случится подобное, я тебе обязательно позвоню. Слав, извини, мне нужно закончить дело.
Но я надеюсь, что ты лишаешь меня своего общества не за вчерашнего. Нет, конечно. Ничего личного. Ну, хорошо. Но учти, что на выходных я тебя забираю, чтобы никто не мешал. Ясно тебе? Угу. Готовься. Угу. Пап, давай скорее. Иду, Маркоша, иду. Да, я есть. А. Сева, хочешь? Нет, спасибо. А я Анюта. Лестницы здесь мою. Очень приятно. Угу. Мне тоже. Да ладно, не убирайся ты так. Да и вообще, дом старый. Жильцы пафосные такие, неразговорчивые. Так что... Знаете что, это моя работа, а я привык свою работу выполнять честно и качественно. Позвольте. Я смотрю, ты тоже малообщительный. Слушай, а это кто? Дочка твоя? Да, это дочка моя. Понятно. Ну вот и хорошо, что понятно. Слышь, а куда это она побежала? В смысле? Во, нету ее. Мужчина! Мужчина! Ты куда? Марго! Маркоша! Доченька! Марго! Марго! Черт, черт! Ой-ой-ой. Марго! Доченька! Марго! Ой, ой, ой. Маргоша! Марго! Маргошенька! Доченька, ты где? Марго! Папа! Где ты? Марго, доченька моя. Папа, полиция уехала, да? Да, моя хорошая. Они не найдут меня? Нет. Не отдавай меня никому, я хочу быть с тобой. Нет, не отдам, что ты. Папа, я так испугалась, когда увидела машину. Я тебя никому не отдам. Я думала, они приехали за мной. Ничего, сейчас придем домой, согреемся. Тише, все хорошо. Папа, они же не вернутся, да? Нет, не вернутся. Они меня не найдут? Они не заберут меня обратно? Ну, конечно, нет, моя хорошая. Тише, все. Не холодно, папочка. Ой, девочка моя. Я так замерзла, я очень испугалась. Папа, я не хочу больше в детский дом. Папочка. Я тебя никому не отдам, слышишь меня? Никому не отдам, моя хорошая. Не отдавай меня им, пожалуйста. Я тебя не отдам. Папочка. Я тебе обещаю. Но будем. Алло, диспетчерская? Да, здравствуйте.
Я из 39-й квартиры. У меня замок сломался. Тут, ну, ключ не поворачивается. Кто мне может помочь в этой ситуации? Девушка, рад бы, да не могу. У меня сейчас слесаря на рабочем месте нету. У меня проблемы, я не могу попасть в собственную квартиру. А вы знаете что, девушка? Вы к дворнику обратитесь. Он человек хороший, поможет. А скажите, что от Алексея Георгиевича, это от меня, он точно поможет. Спасибо. Дворник. Маргошенька, девочка моя, плохо, да? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, я тебе сделаю лекарство, подожди. Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сказали, что здесь дворник. Ну вот вы его нашли. А? У меня ключ в замке застрял. Мне сказали, что вы можете помочь. Ну, да, смогу. А вы здесь живете? Временно пока. Вы уверены, что девочке можно здесь находиться? Да. Здесь же очень сыро. Вы что, не чувствуете? Она же может астму заработать. Вы понимаете, что нужно вызвать врача? Слушайте, вам что-то надо было с дверью сделать, да? Вы идите, я сейчас инструменты захвачу и вас догоню. Маргошенька, я сейчас на полчасика отойду и вернусь, хорошо? Да, папочка. Держись, моя хорошая. Красивая музыка. Любите классику? А я вижу, вы не только в замках разбираетесь. Ну да, есть немного. Ну вот, все. Теперь проблем не будет. Спасибо. Скажите, сколько я вам должна? Да ну что вы, лишнее перестаньте. Но... Маргоша, доченька, ну как ты здесь? Лучше. Лучше, хорошо. Сейчас, моя девочка, сейчас. Так, сейчас. Давай вот так накроемся, давай. И вот еще. Вот так. И вообще будет тепло. Сейчас. Держи, пей. Папа, я скоро поправлюсь. Конечно, девочка моя. Слушайте. Да что ж такое? Что у вас опять ключ застрял? Нет, я принесла. Вот вы забыли. А, да, спасибо. Вы... Она у вас вся горит. Я настаиваю, чтобы девочки вызвали врача. Послушайте, дайте мне самому с этим разбираться, хорошо? В таком случае я вызываю скорую и разбирайтесь с этим сами. Поймите, если Марго заберут в больницу, я не смогу ее навещать из-за работы. А мы с ней совсем одни. Нас просто некому это делать. Да и к тому же у нас нет медицинского полиса. Нас просто не примут, понимаете? Какая чушь? Медицинская помощь должна быть оказана всем гражданам, вне зависимости от наличия у них полиса. Ладно, давайте по-другому.
Отнесите девочку ко мне в квартиру. У меня, во всяком случае, нормальные условия, лекарства найдутся. Ну, хорошо, сейчас. А мы куда? Сейчас, увидишь, сейчас. Возьмите, пожалуйста, позвоните мне завтра, это мой номер телефона. Спасибо вам, Валерия. А я Михаил. Будем знакомы, Михаил. Да вы не волнуйтесь, все будет нормально. А? Звоните. Спасибо вам большое, что предложили. Это очень неожиданно было с вашей стороны. Да нет, нет, это... Чего? Это вам спасибо. Вы знаете, я вам очень благодарен, что вы так вот рядом оказались. Я даже не знаю, что вам сказать. Вы завтра приходите. Я прям спокойной ночи. Спасибо вам. Всего хорошего. Ну, правда, спасибо. До свидания. Мужчина, мужчина. Себя сегодня чувствуешь? Ты уже проснулась? Встала. Ну, какая молодец. Ну, вот видишь, как хорошо. По-моему, температуры нет. Как себя чувствуешь? Спасибо, уже гораздо лучше. Ну, тогда пойдем завтракать. Угу. Присаживайся. А это что за трава? Подорожник? Это шпинат. Шпинат? А это что за белые клапки? Это сыр моцарелла. Моца что? Это белые вкусные шарики. Ешь. Извините, я такое не ем. Ну, завтракать-то тебе надо. Сил набираться. Так, понятно. Что мне с тобой делать? Я пойду сейчас в магазин, куплю то, что тебе нравится, а ты пока телевизор посмотри, хорошо? А можно не телевизор? А что? Можно я почитаю? А у вас есть детские книжки? Ну, где-то были. Здравствуйте. Аркадий! Да-да-да. Я могу поговорить со своим адвокатом? Да, можете. Я все уже знаю. Здравствуйте. Ужас. Это ужас. Это фарс. Я не знаю, что это такое. Мы все уладим. Я хочу, чтобы эта адвокатша, Валерия Баринова, горела в аду, слышишь? А что? В каком смысле? Ты что, дурак, что ли? Да нет, я ваш адвокат. Я хочу, чтобы она горела синим пламенем. Хорошо, хорошо. Надеюсь, ты меня понял. Понял. Да, Андрей, слушаю. Доброе утро, Павел Николаевич. Как ваш ничего? Что с Юлиным? Ну, этот идиот опять избил свою жену. Вот так вот. Запаковали его. Прямо на глазах у меня.
Да-да-да. Так что мы теперь не апелляция, а... Срок тюремный свет. Хорошо, понял. Учтем. Сейчас буду звонить Лере. А за оперативность тебе большое спасибо. Привет. Приветствую. Ну что, зайдем перекусим? Нет, у меня 5 минут. Да ладно ты. Куда ты торопишься? Хорошо. Давай пройдем подальше от ушей. У меня дело к тебе одно. Специально для тебя. Я же сказал по телефону, я очень загружен. Ай, ну ладно, ты не выделывайся. Ну, схема отработанная. Обвинение в хищении особо крупных. Ну, ты же на этом собаку съел. Опять же, клиент должен получить по максимуму. Информацию я тебе потом еще передам, но учти, дело срочное. По максимуму, говоришь? Ну да. Значит, и стоить это будет по максимуму. Моя ставка плюс 2-0. А не жирен будет. Жизнь дорожает. Я собираюсь жениться скоро. Ну, причина уважительная, как говорится. Ну, однако, все равно я должен твое предложение по сумме обсудить. Пожалуйста. Хорошо, приезжай вечером в наше место, а я к тому времени определюсь по ценнику. Хорошо, ну ладно, я спешу. Ну, мне сейчас с будущим тестем в подавки играть. Давай, давай, спортсмен. Ну, заходи, заходи. Привет. Привет, папулька. Раздевайся. Что-то случилось? Ты мне звонил. Ну, я хочу с тобой пообедать. И рассказать заодно новость. Пап, мне нет времени обедать. Ну как нет времени обедать? То у тебя телефон занят, то у тебя... То времени нет на отца. Ну что? Что за новость? Ну, хорошая новость. Юлина арестовали. Избил свою жену. Да ты что? Да, избил. Лисичкин просил тебя быть поосторожней на всякий случай. Но вдруг Юлин попытается тебе отомстить. Ну, пап, ну это вряд ли. Это все? Я полетела? Меня ждут, пап. Куда? Где? Вячеслав. Не Вячеслав. Подожди, я чего-то не знаю? Ну, пап, я тебе потом все расскажу. Все, пока. Лев, пока, ну, вообще так не делай. Ну, хоть чайку, ну, хоть кофейку ну, попей. Пап, ну, правда, не могу, ну, прости. Ну, что ты прибегаешь на минутку? Валерия? Да? Здравствуйте. А я стал волноваться, машины вашей нет. Да, ездила за покупками. Давайте я помогу. Ой, спасибо. Я просто узнать хотел, как там дочь моя? Да, она лучше себя чувствует. У нее с утра не было уже температуры. Ну, слава богу. Да, но только ее необходимо показать врачу. Нет, не надо врача, не надо. Успокойтесь. Я же не вызывала скорую. Я вызвала частного врача, который лечит нашу семью много лет. А-а-а. И он в полисе не нуждается. Пойдемте. Я думаю, вам необходимо присутствовать, когда приедет врач. Спасибо вам большое. Я даже не знаю, как вас благодарить. Не надо меня благодарить. Осторожно. Проходите, пожалуйста. Дочь. Папа, папочка, смотри, что мне разрешили почитать. О, ух ничего ты. Себе. Ох, где же ты ее нашла? У моего отца странная идея – заняться сельским хозяйством на пенсии. Лекарственные свойства растений. А я тебе тоже книжку принесла. Сейчас покажу. Вот, держи. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, видите? Валерия. Вашей девочке лучше. Я хотел вам сказать, вы простите нас, пожалуйста, за то, что мы доставили вам столько хлопот, не хотелось бы превращать ваш дом в лазарет. Но я уже навел порядок в нашей комнате, там тепло, поэтому я думаю, будет лучше, если мы с Маргошей уйдем. Но об этом не может быть и речи, девочка еще слаба. Там же она нуждается в осмотре врача. Спасибо, спасибо. Ну, я согласен с вами, да. Да, умница, да, профессионал. Не могу с вами не согласиться. Да-да. Хорошо, обращайтесь, как будет в этом необходимость. Да. До свидания. Да-да.
Так, что тут у нас? Вячеслав. Да? Вам мат. Мат? Ну да. Браво! Я даже не заметил, как вы это сделали. Четвертый ход. Да ладно. Это какая-то схема у вас, да? Есть такая вещь, интуиция. И она мне подсказывает, что... что-то не так с моей дочерью. Ты не в курсе? Нет, но мы должны были созвониться. Я ее набрал, она не взяла трубку и не перезвонила. Так. А с ней все в порядке? Да. Вот звонили, благодарили. Умница, да. Талантливый адвокат. Выигрывает все дела. Я ее сегодня видел, правда, на городке. Все куда-то бежала, бежала. Дела, дела. Ну, слава богу. Вся в делах. Я сообщил ей, что арестовали Юлина. Да? Арестовали, арестовали. Так она даже не отреагировала должным образом. По делам, ублюдку. А по поводу Леры я вам скажу. Ничего странного я за ней не замечал. Мне кажется, что это чрезмерное увлечение работой. Вот именно. Вы же сами знаете, что она бросается с головой в новое дело, обо всем забывает. Не переживайте. Ладно, Павел Николаевич, вы меня извините. Я знаю, знаю. Мне пора. Слава, подожди. Подожди. Нам надо с тобой... нам надо с тобой поговорить по-мужски. Откровенно. Но... понимаешь, Вячеслав, я очень люблю свою дочь. Да. И сделаю все, чтобы она была счастлива. Все, чтобы она была счастлива. Я хочу, чтобы у нее был муж. Чтобы у нее была семья. Дети. Внуки. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я тоже этого очень хочу. Спасибо. Я очень рассчитываю на тебя, Вячеслав. Прекрасно. Повыше. Еще. Угу. Хорошо, спасибо. Так, замечательно. А еще что у нас есть для тебя? Знаешь, что это? Угу. Давай мне горлышко. Ну... прекрасное горло. Прекрасное королевское горло. Закрываем ротик. Миндалины увеличены. Дужки красные. По лужам бегала королева, да? Родителей не слушалась? Нет. Ну? Хрипов нет. Легкие, чистые. Скажите, доктор, а как она, ее в больницу не надо? Ну, зачем нам больница? Да, королева? Это же просто ОРВИ. Так что будем держать королеву в тепле и давать ей теплое питье. И давайте-ка я вам выпишу вот это. Поддержать королеве иммунитет. Ух ты ж, боже мой. Вот так. Держи. Спасибо, доктор. Пожалуйста, ваше величество, берегите себя. Угу. Хорошо? Угу. Лерочка, проводишь меня? Конечно. Спасибо большое. Лера, я думаю, что на правах старого друга твоего папы я имею право знать, кто эти люди. Это мои знакомые. Недавние знакомые. Лерочка, дружочек,
Я держал тебя в младенчестве на руках и даже тогда не замечал за тобою подобной легкомысленности. Давид Семенович. Папа, у нас когда-нибудь будет свой, настоящий дом? Конечно, доченька. Конечно, моя хорошая, конечно. Марго, я сейчас схожу в аптеку, а на обратном пути тебя заберу, хорошо? Это не важно, где мы живем. Главное, что я с тобой, а не в детском доме. Доча, слушай. Ты хозяйке про детский дом не говори, ладно? Да и вообще про нас поменьше слов. Угу. Ты ей не доверяешь? Ну, понимаешь, доча, доверие – такая штука очень опасная. Лучше не рисковать. М? Угу. Пойдем. Девочка, она хорошая, угу. Но организм очень ослаблен. Ей нужен очень хороший уход. Да, я поняла. Спасибо, что приехали. Не за что. До свидания. До свидания. Очень хороший уход. Ну, до свидания. До свидания, до свидания. Валерия, спасибо вам большое за то, что вызвали врача. Но... Благодаря вам Маргоша быстро пойдет на поправку. И надеюсь, мы больше не будем злоупотреблять вашим гостеприимством. Сегодня же мы уйдем. Вы все-таки упрямый человек. Вы что, не понимаете, что речь идет о здоровье вашей дочери? Да, но... Будет лучше, если Марго останется здесь. Как один, гроза детей, лучше не бегите. Только он сидит в воде и пока не виден. Вот верблюд, а на верблюде возит кладь и ездят люди. Ну, хорошо. Ну, я же должен как-то вас отблагодарить, я не знаю. Давайте я вам приготовлю что-нибудь вкусное. Я умею чувствовать. Вы знаете, вообще-то будет кстати. Да? Ну, прекрасно, давайте я в аптеку и... Да? Сейчас. Я быстро. Так. Как дела? Хорошо. Откуда ты читать так научилась? Бабушка, она мне книжку подарила. Тоже сказки Андерсена, но не такую красивую, как у вас. А где твоя мама? Не знаю. Ну как это не знаю? Я почти не помню ее, но зато у меня есть папа. Ну да, папа у тебя хороший. Очень-очень хороший. Мой папа самый лучший на свете. Ясно. Какая у тебя сказка самая любимая? Снежная королева. Мне Герда нравится, как она растопила сердце Кая. А мне нравятся Дикие лебеди. Читала? Нет. Нет? А про что она? Про принцессу Элизу, которую хотели казнить, но она молчала, потому что хотела спасти своих братьев. Вы поэтому решили людей защищать? Откуда ты знаешь, что их защищаю? Там на вазе надпись была. Добралась таки до моей вазы, да? Добралась. А она золотая? Нет, она не золотая. Но тоже очень дорога мне, потому что... Я получила ее в награду за учебу в университете. Валерия! А где у вас здесь перец? Подскажите, пожалуйста. А, сейчас вы сами не найдете. Ну, как у вас тут получается все? Да отлично. Еще 5 минут настоится и можем кушать. Какая прелесть, а запах! Спасибо. Ну, вы мастер, да. Ну да, есть немного. А я, признаться, так до сих пор не научилась готовить. Да ничего, это дело наживное. Так. Ой. Я разбила вашу вазу. Марго. Ничего.
огорчает. Да что ж такое, иди порезалась, сюда. Порезалась, порезалась, нет? Нет, я не хотела вас огорчать. Я же тебе говорил, не трогай она ничего. Она была очень важная, да? Ну все, перестань, ничего делать? Страшного. Что делать, что делать? Ну, вы заработать. Вы ее точно получите, покажи. Я знаю. Надеюсь. Вы же так хорошо работаете. Да ладно, все, на счастье. Пойдемте лучше борщ есть, а то остынет. М? Пойдемте. Так, добавочки, девочки. Спасибо, папа. Папа, очень-очень вкусный суп. Прям как у бабушки. Угу. Да ну. Правда, очень вкусно. Спасибо. Кушай, кушай. Хлеб бери. Я решила себе сегодня дать выходной. Фемида, моя ненаглядная, ты меня слышишь? Я бы хотел с тобой провести время, но ты куда-то подевалась, это меня очень напрягает. Если можешь, пожалуйста, откликнись, когда будет возможность. Потому что я очень сильно жду. Мы же с тобой все-таки не чужие люди друг другу. Пожалуйста, найди для меня время. Я тебя очень прошу. Валерий, я совсем забыл, мне нужно вернуться в Дворницкую, кое-что сделать. Малышка, ты доешь суп? Угу. И веди себя хорошо, угу. Да? Хорошо, папочка. Я пойду. Да. Ну да, да, конечно. Да, я слушаю, да. Да, и насчет гонорара, да, да. Я понял, что вы утверждаете гонорар, да. Ну, хорошо, хорошо, да. До встречи. До свидания. Вяч! Ну, что там звонишь? Послушай. Короче, утверждает клиент твой гонорар. Все, только он настаивает, чтобы ты постарался. Послушай, вот, держи. Вот здесь вся информация о клиенте. Ну, не хочешь пить, ладно, я тогда, знаешь, за что я выпью? Я выпью за тебя. За славу мастера, да. Подставы. Так, ладно, шутник. О, мне пора. Подожди, погоди, а сауна с кардебалетом? Сауна с кардебалетом подождет. Ну... У меня свидание с невестой. Невеста, конечно, дело святое. Так, все то же самое, только в двойном размере. Алло. Здрасте. А почему ты меня целый день... Игноришь? Я сейчас приеду. Слава, извини, сегодня никак не получится. У меня изменились обстоятельства. Мы же договаривались. Что такое могло произойти? Ну, неудобно. Давай, я тебе завтра позвоню и... Ладно, я все понял. Пока. Угу. Пока. Ну, короче, Федя... Действуй, как договаривались. Понял? Да? Хорошо. Окей, давай. Докторам хорошо, а рабочим лучше. Я бы в рабочие пошел, пусть меня научат. Вставай, иди, гудок зовет, и мы приходим на завод. Что такое? Почему свет выключился? Я не знаю. Так темно, мне страшно. Это, зайчик, я посмотрю, что случилось. Может, пробки выбило, может, еще чего. Кто там?
Это электрик. Тут выключился свет у ваших соседей. Я вхожу по этажам. Разрешите? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я у вас посмотрю? Да, конечно. А что случилось? Почему везде свет вырубился? Ну, какая-то неисправность. Сейчас починим. Ну, это что-то серьезное, да? Ничего серьезного. Сейчас мы посмотрим, и все будет хорошо. Вы, женщина, ни о чем не переживайте. Накручивайте бигуди и спите спокойно. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Все, моя девочка, папа, все. Я так испугалась. Уже ничего не горит. Все, садись. Тише, моя хорошая. Тише. Может, пожарных вызвать? Не надо пожарных. Нет, все хорошо. А если опять все вспыхнет? Нет, не вспыхнет. Я уже все потушил. Сейчас проветрим, все будет хорошо. Тише. Все. Слава богу, уснула. Слушайте, это такое счастье, что она оказалась рядом со мной. Вы бы видели, она мне так помогала. Да? У меня такое ощущение, что она вообще не испугалась. О, испугалась. Да? Просто виду не подала. Даже когда дверь заклинила, толкала ее изо всех сил. Вообще странная история с этим счетчиком. Надо вызвать полицию, чтобы разобралась. Но вы-то какой молодец. Подождите. Валерия, зачем полиция? Да пусть разбирается. Зачем? Все обошлось. Михаил, мне показалось, или вы в самом деле боитесь больницы, полиции? В чем дело? Понимаете, да я не за себя боюсь. За Марго. А чего за нее бояться? Какие могут быть проблемы?
Валерий, видите ли, я сидел в тюрьме 2 года, недавно освободился. Вот как-то так. А какая статья? 159-я. Мошенничество. Ну да. Ну, полагаю, вы прежде дворником не работали. Правильно полагаете. А где мать девочки? Когда у меня начались проблемы, она исчезла. Понятно. Ну, хорошо. Ну, вот были наказания, вы работаете. Какие проблемы могут быть? Ну, как какие проблемы? Ну, посмотрите, какая у меня работа. Из документов одна только справка об освобождении, все. Ну и что? Ну как что? Я боюсь, что Маргоши заинтересуются какие-нибудь органы опеки и заберут у меня, и что мне делать? Михаил, это всего лишь незнание законов. У вас никто не имеет права отобрать дочь при отсутствии матери. Закон надо знать. Слушайте, Валерия, уже поздно, давайте я завтра зайду к вам, помогу поклеить обои, поменяем этот счетчик, в конце концов. Да, поздно. Я вас провожу. Спасибо. Молодой человек, прошу прощения. Ну что вы здесь понаставили? Сейчас я уберу. Сейчас, простите, пожалуйста. Ну посреди дороги. Сейчас, сейчас. Ну безобразие же. Сейчас, простите, еще раз, пожалуйста. Работнички. Леночка, а почему не работает звонок? А почему так рано? Проезжал мимо и решил зайти. А что это за запах такой стоит? А, у нас что? Тут проводка загорелась, представляешь? Как проводка загорелась? Угу. Но все в порядке, пожара не было, мы сразу затушили. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что могло произойти? Ты могла же просто сгореть. Пап, ну не сгорела же, все в порядке, ну говорю же. Ну что ты меня отчитываешь? В порядке. Сразу нервничать надо. Что не в порядке? Извините, ой, пожалуйста, я тут звоню, а звонок нет, а я тут постирал. Вера, а где мыло? Сейчас, секундочку. Пап, ну где может быть мыло? Ну, мыло. Папа! Дочь, ну, вот, привет. Пошли, я тебя покажу. Да подожди, я же грязный, пошли, я же с работы. Вот сюда. Что, сюда, да? Да. Ты уверена? Да. Так, стоять, ты кто? Я... Ты что делаешь, так, а? Спокойно, спокойно, пап, спокойно, спокойно. Это... Пожалуйста, спокойно, пап, я... Я дала этому человеку рубашку, он просто мне принес ее обратно. Вот и все. Еще не... Пожар какой-то, дворник у тебя в шкафу... Давай без вопросов, тебе завтра все расскажу. Ну хорошо, а это кто? Это дочка его, Маргарита. А вот это, как говорится, доброе утро. Пап. Спасибо, пап, дочка. Не спасибо. Надо драматизировать на самом деле. Ну, что такого? Ты знаешь, почему на самом деле я здесь оказался? Почему? Мне позвонил Орловский. И сообщил о твоих новых гостях. Ну, я так и знала, да, я знала, что Орловский сразу позвонит тебе, все расскажет. Я знаю твой характер, не поверил. А вот приехал и убедился. Ну и что? Что ты здесь увидел? Что? Да что происходит? Я не пойму. Тебя даже не смутило, что этот дворник лазил у тебя в шкафу? Да он мне рубашку принес, папа. Ну, пошли. Да ты даже не знаешь, кто он такой. А может, он... Уголовник, черт его знает! Что? Я угадал? Пап, ну отчасти.
У него были какие-то проблемы с законом, но это сейчас все в порядке. Ну что ты за сердце сразу хватаешься? Я думаю, нам пора уходить отсюда. Ты видишь, какая ситуация? Откуда такая беспечность? Что скажешь? Ты отец, юрист, тебе решать. Валерий, я не знаю, что происходит. Пап, ну я не узнаю свою благоразумную дочь. Ну, не надо за сердце сразу хватать. Что ты за сердце сразу хватаешь? Ты меня пугаешь, пап. Где Вячеслав? Не надо только ему звонить. Зачем здесь Вячеслав еще? Вячеслав еще сюда. Пожалуйста, не надо звонить сейчас Вячеславу. Не надо ему сейчас звонить. Я сама решаю, кого мне звать, что мне делать, как мне жить вообще. Не надо мне указывать, пожалуйста. Валерия, это что, кризис среднего возраста? От которого произошло разжижение мозгов? Как ты со мной разговариваешь? А как с тобой разговаривать? У меня нет слов. Пап, ну подожди, Марго, собирайся, мы уходим. Пожалуйста, подожди, зачем так спешить? Нет, хватит проблем, уже вот так. Да никаких проблем нет, все в порядке. Ну, пусть девочка сегодня в выходной день побудет здесь. Да, и обидно будет, если она опять заболеет, только лечили. Ну? И потом, Михаил, вы обещали помочь. Пап, давай еще хотя бы на чуть-чуть останемся. Это последняя отсрочка? Давайте сюда. Это все? Больше нет? Ну, думаю, хватит. Ну, наконец-то! Ну, где ты был? Ну, как я могу доверить тебе свою дочь и ее будущее, если ты даже не знаешь, что происходит в ее доме? Я не понимаю, почему ты хотя бы ей не позвонил? Я пытался, но она... Значит так, сейчас не до твоих оправданий. Павел Николаевич. Езжай к ней и уж, пожалуйста, разберись. Если не хочешь окончательно меня огорчить. Павел Николаевич. Все. Фух.